Сейчас один приедет. Это комедия. Не, мне же этот хозяин старый говорил, что когда вот последняя черточка, когда уже заправляешься, типа он неисправен. Датчик. Я ниже его ни разу не подходил. Может, конечно, он там есть нахера. Что-то как-то обсушать я пока не хочу. Пятницкая, вот она какая, я все вспомнить не могу. Со Спасской путом. Девица. Едет, поет, блядь. Готово. Типа, нихуя он ни транспорта не готов обеспечить. Ага. Блять, сотрудника. Только готов за результат спрашивать. Да их, наверное, то, что снова кредитная карта их нельзя. Это же по закону. Там что-то какие-то. У них неприятности. Дебетовая карта с аэродрафтом. То есть они обманывают? Да, люди обманывают. Я тебе, наверное, не надо было висеть. Угу. В суд пойдем или нахер? Ну там давайте пройдем, пешочком пройдем.
Гека какие-то появились, блядь, второй раз уже сейчас. Машины? Ага. Как они привлекают внимание? Каждый час. А что, ночью тоже пищат? Нет, кстати, я это дело заметил. Нихуя. Ты охерняешь, муха. У нас, да. Всю комнату. Деда с бабкой. Часы-то я еще отдал. С боем. Тихо. Они, блядь. Конечно, хорошо. Каждые полчаса бум. А каждый час сколько часов бухали. Так. Сколько я себя знал в детстве, никогда не работал. Относительно горизонта было важно. Так старые померли, ничего не работало. Слышу, это опять там валяются. Антихитро сделано, ладно, ничего. Сделали. Калины из Казани, из Нижнего, там берется 170, тут за 220 продлет. Бизнес. Что тут такое? Надо ли? Он входит, так я понять не могу, что-то. Еринка, сестра приехала. Привезла. Прочухал вот эту песню, что я, видишь, не больно понимаю тут всякий год, пробег. Что это такое тут у нас нарисовалось? А вы куда, друзья? Я что-то не понял. Когда все эти мелочи соображаешь, да, там, рынок, знаешь, так же, как вот мы больше компьютерные комплектующие соображаем. Так можно и деньги делать. Да, ну не париться там особо из-за мелочей. Чем он толкает, я тут же себе передаешь. А, говорит, с чего начал-то разговор? Толщинометр купил. А-а-а. Проходит, а лишь бы не было больших разночтений, ну, чтобы не сильно битая. Подправляют и хуяк. Я так и не понял, это кузовщик или ответственный кузовщик. Значит, Казань дешевая машина. Ну вот огородов тоже уже из набережных Челнов ее пригнал. Десятина такого, которая... Все эти хитрые такие товарищи, они не здесь покупают. Надо знать, покупать. Да вот именно. Поведешься на город дешевых автомобилей, а там тебе втюхают какие-нибудь говно. Хотя тут такой же, может, пригнанное говно и придут. Я вот считаю, что удачно вот это нашлась. Случайно ведь на форуме подсказали, вон 2000. То, что в Киеве. Но никуда не ехать, во-первых, поездка это в любом случае вкладывает сколько бензина, сколько проживания, сколько там экспертизы всякие. О.
чужом городе, что вот. Не один раз, правда, покупал, но я считаю, каждый раз, блин, удача какая-нибудь. С восьмерин это с первой. Нахера там никакой удачи. Дурак дураком купил, ноль. Там свидетельство, нет, прозевал. ПТС и кузов. Различались на нолик. Да ладно, у меня как-то это все пролезло. Перевыпустили ПТС, а все уже было правильно. А изначально-то дядьке оставил машину в Анапе, типа, езжай, ну, так, пользуйся пока. Он поехал на Украину, его на границе остановили. Подробностей не рассказал, почему остановили, но впоследствии-то я понял, почему. Из Татарстана тоже пригнал. Огородов тут не похож. Мужик сидел. Блядь, ботинок. О, блядь. Надувной. Блядь, мужик-то сидел, рожа такая же орлиная, как у огорода. Я думал, о, немного не он. Может, не сядет за ним. Да ладно, жизнь в разную сторону бывает. Пизде, блядь. К нашему визиту подготовились. Собаки. Блять, куда? Вон сюда. Куда? А, точно. Вижу место-то, что. Самое близкое место. Самое борзое место. Ой. Пидорас сзади подожмет. Ага. И делает, что хочешь.